Здравствуйте. Скорость нашей программы – один вопрос в минуту. Максимальное количество вопросов – 20. За все это мы готовы вам заплатить 50 тысяч гривен, то есть 2500 в минуту. Поэтому, когда вы где-нибудь в магазине, в парке или на площади услышите мой голос, не стоит раздумывать. На эти 20 минут вы станете самым высокооплачиваемым специалистом в мире. Это программа «Вырванные из толпы», и я ее ведущий Сергей Сивоха. Программа «Вырванные из толпы» в поисках очередного игрока. Наша специальная девушка так торопилась сделать покупку, что забыла оборвать ценник. Первый, кто поможет ей это сделать, и станет нашим игроком. И, естественно, получит шанс выиграть 50 тысяч гривен. Молодой человек, нужно быть последовательным. Если уже заметили, то нужно было помочь избавиться от ценника. А так-то что ж, упустили вы свое счастье. Где? А можете, пожалуйста, оторвите, пожалуйста. Ой, спасибо. Ай, спасибо вам большое за помощь. Спасибо, девушка в белом. Можно вас на секундочку? Здравствуйте. Да, я к вам обращаюсь. Спасибо, что помогли нашей девушке. А скажите, это программа «Вырванные из толпы», телеканал «Интер». Вы хотите поиграть с нами и выиграть, может быть, даже 50 тысяч гривен? Если вы согласны, поднимите руку. Супер, подходите, пожалуйста, сюда. Прямо сюда, к экрану. Поднимайтесь, пожалуйста, вот на этот подиум, который выдвинули мои помощники. Здравствуйте поближе. Здравствуйте. Как зовут вас, скажите? Алла. Алла, меня зовут Сергей. Алла, вы благодаря своей такой, как сказать, природной склонности к помощи людям, вы попали сейчас в программу «Вырванный из толпы». Это программа, которая выходит по утрам в субботу на телеканале «Интер». Правила у нашей игры очень простые. У нас 5 раундов, по 5 вопросов в каждом. Каждый раунд имеет свой временной промежуток, и каждый раунд имеет свою цену. Первый раунд 100 гривен, второй 500, третий 1000, четвертый 5000, и, наконец, пятый раунд – это 50 тысяч гривен. Итак, Алла, правила понятны? Да. 2 минуты времени. За эти 2 минуты вам нужно будет ответить на 5 вопросов. Справитесь, 100 гривен ваши. Первый вопрос звучит так. За кого у касси рыбка вхопилася бабка? За дитка. За детку вы говорите, и это правильный ответ, конечно. Второй вопрос. На якому небе перебуває щаслива людина? На сьомому. На сьомому ваш ответ, он верный. Следующий вопрос. Як називається їжа богів? Ну, подумайте, повспоминайте, мало ли там... Нектар. Нектар ваш ответ. Я его принимаю, это верный ответ. Следующий вопрос, хорошо, идем. Кто я хозяйкой хатынки на курячих нишках? Баба Яга. Баба Яга, ваш ответ, и это ответ абсолютно верный. И, наконец, пятый вопрос, который может принести вам 100 гривен. Яке прізвище було у революціонера Фелікса Едмундовича? Дзержинський. Дзержинський ответ прийнят, он верный. Ви заработали легко, играючи, 100 гривен. Я вас поздравляю, Алла. Я хочу вам предложить, так сказать, продолжение банкета. Можно отказаться от 100 гривен и побороться за 500. Давайте. Вы согласны? Конечно. Отлично. Правило второго раунда. У вас будет чуть меньше времени. 1 минута 45 секунд.
у вас будет все те же 5 вопросов, но на этот раз каждому вопросу будет предлагаться 2 варианта ответа. Ваше дело лишь выбрать верный вариант. И таким образом можно заработать 500 гривен. Мы начинаем второй раунд. Первый вопрос. Чим давние реки нагороджували переможця? Лавровым венком чи лавровым віником? Лавровым венком. Лавровым венком ваш ответ, и это правильный ответ. Следующий вопрос. Хто літав за медом на повітряній курці? Вінні-Пух чи П'ятачок? Вінні-Пух. Вінні-Пух. Ваш ответ я его принял, это верный ответ. Пока хорошо идем. Яка рептилія вважається символом мудрости? Варан чи змія? Змія. Змія, считаете вы, и этот ответ правильный. Да, у нас это так. Может быть, где-то и варан, конечно. Четвертый вопрос. Семеро яких казковых персонажей были друзьями? Білосніжки, тролі чи гноми? Гноми. Гноми ваш ответ, и это верный ответ. И, наконец, пятый вопрос. Як у хокеї називається пенальті? Офсайд чи буліт? Буліт. Мужиков много вокруг. Буліт. 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 Я прийняв ответ. Буліт. Абсолютно вірний ответ, который приносит вам 500 гривень. Ау. 500 гривень уже как бы так ощутимо, да? Да. Предлагаю вам удвоить сумму. Добре. Мы отказываемся от 500 и боремся за 1000. Да. Отлично, правило третьего раунда. У вас будет 1:30 для того, чтобы идентифицировать 5 предметов, которые сейчас на специальном столике выкатят мои помощники. Вы готовы? Да. Итак, я прошу моих помощников убрать покрывало, а вопрос появляется на экране. Назвите все места. Спрашивайте у людей, если сомневаетесь. Берлин. Да. Не забывайте Берлин. Класть на то же место, чтобы не возникла путаница. Так. Третий. Это Вашингтон. Вашингтон. Нью-Йорк. Третий. Не-не-не, вы клоните, Нью-Йорк. Будьте готовы, начнете мне перечислять. Так, а то второе. Запутаемся. Вот это. Париж? Нет. 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 Ребят, подсказывайте, кто знает. Нью-Йорк, Москва, Дубай. 40. Не может быть. Секунд. Да? Мы не успеем перечислить. Так, 5. Все. Ау, 40 секунд. Так. Я называю. Вы готовы? Да. Итак, положите в первую вот это какой номер? Первый? Там это пятый номер. Начинаем с первого. Первый номер. Итак. Москва. Москва. Вы уверены, что это Москва? Посмотрите внимательно. Ой. Блин. Говорите, скорее говорите. Это Лондон, идет. Лондон. Лондон, первый. Лондон. Да. Я принял ответ. Дальше. Нью-Йорк. Нью-Йорк. Второй номер. Берлин. Второй номер. Третий. Вы взяли третий номер. Второй номер. Дубай. Дубай. Есть, я принял. Третий номер. Нью-Йорк. Нью-Йорк. Дальше. Четвертый. Берлин. Берлин. Последний. И... быстрее. Стамбул. Стамбул. Ваше мнение было Стамбул. К сожалению, вы выскочили за наши временные рамки, Ал. Но я могу вас утешить тем, что это не Стамбул. Все. Спасибо. Это Барселона. Это Барселона. Ал, в любом случае, спасибо вам спасибо. Огромное за вашу чудесную спасибо. Игру. Я поздравляю вас с тем, что вы сегодня играли в «Вырванные из толпы». Всего вам доброго.